Привет, мои друзья! Сегодня мы в Крагуевце будем рисовать роспись на этом фасаде, на этом доме. Будем рисовать цветы. Это ребята, которые также будут участвовать здесь. Помашите руками. Это Ваня и Борис, великие художники. И сегодня мы будем рисовать тут. Я покажу немного лайва и как создается роспись. И для чего она нужна? Сейчас покажу эскиз. Мы сегодня будем рисовать иллюстрацию. Это цветы. Цвета будут немного пастельные и другие. Вот этой краской мы рисуем. Ну что, начинаем процесс? Ну что, мы продолжаем рисование. Вот ребята уже вовсю рисуют. Они супер крутые. Я тоже сейчас полезу вместе с ними на леса. И будем рисовать дальше. Моя задача сейчас... Эскиз у кого? Эскиз? У кого? У Боря. Дать? Положить? Да. Спасибо. Опа. Она же нас троих выдерживает, правильно? Поведение? Да, она выдержит нас 50 вот, человек. Вот. Ты чего? Они сделали прям хорошие строительные леса. Даже лучше, чем надо было. Вот я рисовать буду этот цветок. Вот эта штука тоже прокрашена этим цветом. Какую? Ну вот эту. Ага. И главное, нам все хорошо и это. Вот все чистенько ж пока. Да все отлично. Почему? Блин, интересное детство, мне кажется, вообще. Да, прикольно. Хотя я с мамой тоже первый раз в центр Грабаря в 6 лет ходил, поэтому похоже. Поэтому с того великого возраста был боёба, который не рисовал. Это нормально, что ваши лица и разговорчики такие? А мы мелками. Это не вандали. Само воскали. Короче, ладно, давайте я выключу туда камеру. Все, не, ладно, я замолчу, простите. Короче, ты как в телешоу «Дом 2», знаешь? Одинокие сердца ищут друг друга. Видел мем, супер, довольны Собчачки, типа. Когда все остальные увольняют команду, а ты можешь дальше рекламировать, что хочешь. Хотя и политические сговоры войны. Господи. Всем привет, все молодцы. Я же ничего не хотел плохого. Это как Моргенштерн, да, задал вопрос? Знаменитый. Лага тут, по-моему, бизнесов 6 успел прийти. В общем, продолжаем. Вот так сейчас выглядит. Нравится? Сейчас мало буду рисовать кисточкой.
Будем брать краску и рисовать. Фиолет улетел. Как нет? Оп. Спасибо. Ребята слушают музыку, ушли в транс. А, нет. Давайте о чем-то порассуждаем. О чем, например? Нравится ли вам рисовать кисточками? Ребята в основном спреем работают, из-за этого для них это, для кого-то из них это новый опыт. Я уже говорил, иногда кисточка больше, чем банкой рисовать нравится. Борису больше нравится рисовать кисточкой. Я рисую таким баллоном, потому что кистями, потому что добрый хозяин принес кофе. Вот он. Вот так, здесь на лесах. Что мы делаем? Ребята, мы опять начали с вами. Попытка была номер 5 сдевать видео. Смотри, вот там кусочек белый у тебя. Вот я вижу, да. И потом мне нужна будет маленькая кисточка сейчас. Я здесь сделаю. Обменяемся. Ты смотри, залезай сюда, вот тебе вот эта кисточка. Ага. Мне вот это. Ведро мне. А ты вот фиолетовый здесь, смотри, вот эту штучку надо будет фиолетовым просто.
Я сейчас просто здесь доделаю быстренько. Сейчас хорошая выставка была, Надежда Пет. И ходите в музей, нет? Я стараюсь. Была хорошая выставка в музее современного искусства. Показывали классическую художницу. Надежду Петкович. 20 век? Угу. А я жду наконец-то в... То, что я вошел, типа, в Союз художников. И там дают, короче, айсик, с которым можно бесплатно ходить почти во все музеи. А-а-а. Тогда свои плюсы везде есть. Да, да, я знаю эту темку. Это очень круто, потому что, знаешь, в Англии посещение музея стоит, знаешь, сколько? 56 фунтов в некоторые, да? Я помню хорошо. Но у меня как у студента была айсик, поэтому я ходил. А? Кажется, два года единственный музей, где я был, это музей хочу. А нет, ты можешь, смотрите, ребят, по воскресеньям в Народный музей вход бесплатный. По-моему, я вот эту тему слышал. И это она работает. За это ты в воскресенье можешь просто... Бывает, что некоторые платные выставки, ну, не можешь посетить, но это не важно. Ты... Там очень хорошая коллекция. Ой, извини. Короче, надо в следующий раз камеру на голову одевать. Есть, есть. Но я просто думал, что так будет интересней. Изначально на голове все время носил. А сейчас смотрю, что я рисую все время, короче, боком стою. Не стою прям... Ну, посмотрим, что из этого выйдет. И... Да, может. Прикольно. Что у тебя какой? GoPro? 11-й. Почем? О, я... Или у тебя еще... Не, уже 12-й. Не помню я, за сколько взял. Но я скидку какую-то еще получил. Нормально. Думаю, что из камеры где-то находится. Для чего? Ну, для съемки всего. Экшонов и не только. Но есть как блогеры, самое лучшее сейчас диджеевский вот такой. Который вот такой маленький, да? Вот я думал насчет нее. Знаешь вот. Почему? Потому что это стабилизатор. Ну да, но я на компании. Здесь, если он... Ага. А та компания, она... Ну сейчас мы рекламируем ее. Та компания, она чисто специализируется на дроновских камерах. Угу. По этой причине они прямо сейчас лучшие. Ну из-за стабилизатора, из-за этого, если ты снимаешь экшен, а так как вы снимаете экшен и много передвигаетесь бегом, ну порой, да, бывает, бегом передвигаетесь, вот, то эта камера в самый раз, потому что она не будет картинку портить. Ошибку допустил? Ну ладно. Возьми у меня, Вань. А? Ага. Стой, стой, наоборот здесь. А? Вань, ты можешь зайти поближе. Спасибо. Давай я там поправлю. Ну ладно, это потом. Вот эти заходы прям сделаю. Угу. Слушай, смотри, не сильно тут я уже умею.
Немного вылез, случайно. Сейчас увидим. Не-не. Нормально. Здесь просто из-за того, что вот этот бугорок есть, я его на фотографиях сразу не заметил. Ну да, он меняет, из-за этого нормально все. Знаешь, что я тебя попрошу сделать? Там вот, короче, зеленый цвет. Вот здесь. В двух местах. И вон там угол. Короче, вот эти штучки белым, они видны. И там тоже заход из-за этого. Теперь тоже можно этаж ниже спустить. Ну, а потом спускайся вниз, доделаем синий. Угу. Синий, а, вижу где. Один, ну вернее не день, сколько там, 20 минут с муралиста поснимаю. Да это я для камеры, 20 минут, час работы муралист. А то многие думают, что это очень легко. На самом деле это очень легко. Просто все художники обманывают, что это трудно. Дай мне твою кисточку розовую. Нет, только окуни ее. Кстати, работа на скрипке, говорят, приучает к самодисциплине, если ты по-настоящему. Говорят, все твои друзья гуляют, а ты по 8 часов в день должен. Слушай, а может я снизу синий возьму? Забирай. Только держи большую, на, розовую оставь мне. Мне нужен один из эскизов. Так, смотри. Нет, здесь я, стой, подожди. Сейчас. Вот здесь нет, вот здесь ты. Сейчас вот здесь, Маш. Okay. Синий прямо сюда подвинь к нам. Да-да-да. А здесь я сейчас... Вот это тоже надо промежуток промажешь. А здесь просто это листья. Здесь недалеко находится, мы в городе Крагуевец, здесь недалеко находится гора Ястребец. Если любите гулять, то очень красивое место.
На, вторую кисточку. Не-не, все тебе. Так. И вот здесь, около желтого, где собирается там много. Борь, Борь. Вот здесь, где около желтого собираются. Тут. Да. Да. Почему Wi-Fi еще жрешь здесь? Я формуху ищу. Да. О чем? Вресник? Вы решили вресник не выкинули? Ну, нет, я... А, ща, а что там сейчас? О чем? Заняться нечем, да? Ну, в принципе, я согласен с тобой, но я, к сожалению, очень далеко. Ваня нет, у него завтра самолет, а я да, я поеду. Бишкек. Паспорт переделаю. Вернее, новое оформление в программе. Нет, русский заградник, потому что у него кончается очередь большая. Да. Такой я первый раз слышу. Все, закончили мы. Собираем краску. Вот так выглядит роспись. Так она выглядит издалека. Все, осталось совсем чуть-чуть. Совсем чуть-чуть осталось. И, друзья мои, увидимся в новых видео. Пока.